Всем привет, мои хорошие. А мои орхидеи массово выпускают цветоносы. Да, на улице у нас почти все растаяло. Кое-где есть снежок. Отопление еще работает. И сейчас самое такое время сделать вашим орхидеям перепад температуры, от которого они и зацветают. Сразу скажу, дома подсветки у меня нет. Они живут под естественным освещением, которое попадает к ним с улицы. И вуаля, у нас цветонос. В этом видео я еще вам покажу своих флосят переселенцев, то есть маленьких орхидеек, которые я выращиваю из семян. Оставайтесь. И это у нас Будда, девочки. Будочка, красавица, азиатская орхидейка цвести будет второй раз. Цвела практически всю зиму, и вот опять выпустила цветонос. В этом видео я вам тоже расскажу и покажу, в чем причина выпускания массово цветоносов. Ну и как поживают мои бедные сироточки, орхидейки без субстрата. Прекрасно поживают цветут, растут и меня радуют. Многие пишут, что «Ой, да что там не пышное цветение?» Ну, мне хватает и вот так. Даже очень. А вон там у нас новый рост корней пошел. Красотища тоже без субстрата живет. И банки мои кому-то не нравятся. Ну, кому не нравится, не смотрите. А моим орхидейкам и мне все даже очень нравится. Это наша с вами М -м 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 -м. анаконда, не так давно посаженная в минимум субстрата, ну а потом в итоге будет без субстрата. Все с ней прекрасно, корешочки все вон зелененький, поливается тоже очень редко. Многие пишут, что надо замачивать, что-то там мучиться. Никаких мучений у орхидеи у меня без субстрата не бывает. Замачиваю раз в месяц, воды подливаю примерно раз в полторы недели на один пальчик. А полностью замачиваю раз в месяц. И вот в тот момент, когда я их полностью замачиваю под самую шею, я им добавляю удобрение. То есть, какое есть у вас удобрение, такое можете добавлять. Кстати, заметила, что у орхидей без субстрата корни не портятся, когда они пьют с удобрением. А вот орхидейки, которые живут в субстрате, почему-то Корневая часто портится. У нас пошел бурный рост корней. Слава богу, моя каменная роза оживает. Девочки, для меня это большое счастье. У нас растет листочек. У нас активно пошли расти корешочки. Надо же, как ей было тяжело вынашивать коробочку. Что она... Вот они, наши корнюшки. Что она полностью у меня заболела. Ну... Но... Будем надеяться, что она все-таки поправится. И вот там у нас с другой стороны, не знаю, смогу вам показать. Нет, просто не хочу ее вертеть. По-моему, растет детка. Не знаю. Вот, видите, под старым цветоносом, под беленьким он там. Ну, время покажет, что это такое. Вот. Так, вот эта красавица опять отсушила свой цветочек. Э, как она? Коробочку. Никак она не хочет ее вынашивать. Ой, такая она красивая, девчат, такая она ароматная. Если бы вы только знали. Аромат стоит на всю квартиру. Девочки, название у орхидей, которые не называю, значит, я их не знаю. Вот еще одна моя красавица, которая цветет, цветет и живет без субстрата. Так, фокус теряется. Фокус, вернись. Вернись к нам, пожалуйста. Вот такая красота, неописуемая. В начале зимы мы ее с вами посадили без субстрата, листик съела, ничего страшного. Адаптацию мы прошли, тургор держим замечательно. Причем, когда я ее сажала без субстрата жить, она была на бутонах. Все свои бутоны она открыла, и вот у нас уже весна. А мы в начале зимы ее с вами так сажали, и она до сих пор цветет. Это для тех, кто говорит, что плохое содержание без субстрата. Пенопластовые штучки вот эти здесь просто для удержания ее в этом некрасивом для кого-то горшке. Ну а имея, когда очень большое количество орхидей, более 300, да, здесь и в орхоквартире у меня, то знаете, иногда не до красивых горшков, а для удобных и комфортных. Вот у нас рост корней пошел, старые корни, естественно, испортились. Но я пока ничего не трогаю, пускай она наращивает новые корешочки. У нас и от шеи пошли активно корни, видите? Ну, цветоносик мешается. Вот они. Листик сниму, потом сухой, и вот такие у нас уже новые корешочки. Растение прекрасно приняло эту посадку. Потом мы ее посадим. Да, кстати, девочки заметили, что в стекле растут лучше без субстрата, чем в пластмассе. Девочки, я с вами согласна. Ищу, не могу найти. Знаете, хочу купить такие... Есть пивные кружки стеклянные. Они такие большие, да, и они тяжелые. То есть орхидея переворачиваться не будет. Вот хочу, пока будет у нее маленькая корневая, когда плохую всю срежем, да, останется маленькая масса. И вот в эту кружку ее посадить в стеклянную. И расти будет она прекрасно. Ну а пока посидит в этом пластмассовом ничего страшного. Так, девочки, что у нас тут? А тут у нас две коробочки. Не знаю, видно вам, нет? Здесь. И доращивает опять свой цветонос. Цветочек показать... А, смогу. Вот. Вот такой шикарный беглип. Ну, отсвечивает. Ну, я думаю, вы поняли, да? Вот. Котейка отсушил домашний э, свой... Свою, точнее, коробочку. Вредничает. Пойдет жить без субстрата. Это домашний азиатский дикий кот который у меня в орха квартире тот носит две коробочки. Тот голландский. Азиатский не хочет ни в какую вынашивать коробочки. Вот, уже не первый раз я пытаюсь его опылить, и он капризничает. И вот такая у нас корневая выбежала из горшочка. Ну, моя дорогущая орхидейка вон там сидит, она отцвела. Это белая крупноцветковая орхидея. Да, кстати, девочки, видео предыдущее выходило у меня э, с тем, что у меня на излишках и могу продать. Посмотрите, оно так и называется. Дубли, адаптированные излишки на продажу. Вот. И, ну, какая-то часть уже разобралась орхидеи, какая-то часть еще осталась. Поэтому пишите мне на электронную почту или в ВК какой номер вам понравился, и все обсудим. Ссылочки есть под видео. Также можно у меня купить вот такой вот жирный мох с фагнум. Это он сверху, поэтому он, ну, не растущий, да? Сверху мох всегда подсыхает. Сосновую кору у меня можно тоже, девочки, приобрести вот такую жирную, смачную, готовую к посадке. Но только более крупные кусочки. Ну, вот у этой видно. Нет, плохо видно. Ну, здесь у нас тоже растут корни. А вот он потом у вас вот так вот будет прекрасно в горшках расти. Мох есть. Мох у меня сейчас остался в брикетах. Россыпью осталось там, по-моему, пару пакетов, не помню. Вот. Ну, в общем, вы пишите, а там мы с вами все обсудим. Мох в брикетах 12 литров плюс стоит 2000. Мох россыпью 1410 литров. Отправка по России только транспортной компании СДЭК. И также кора по 100, по 100 рублей за литр. Ну вот, начала с одного, закончила другим. Ну мы еще не закончили, мы пошли с вами дальше. Ну а здесь, ну а здесь у нас тоже цветонос. Вот он. Вот уже какой большой. У моей лошадушки, леодорушки. Вот такая огромнейшая она у меня, девчат, вообще. Это Леодора у меня с 2018 -го года. Прям, знаете, такая вот лошадка-лошадка. У меня еще одна Леодорка есть. Она в Орхо-квартире, но э, она не продается, потому что вот он у нас цветоносик, потому что мне кажется, что там бабочка. Поэтому она не продается. Если будет не бабочка, то, возможно, дубль Леодорки тоже продам. Так, что у нас тут еще? А, тут у нас тут у нас легата сошел с ума чуть-чуть. Вот почку разбудил. Вот почку разбудил. Я у него отщипнула вот здесь. Вот он продолжал наращивать мне цветы. Я взяла и отщипнула. Говорю, пускай отдыхает, потому что он растит коробочку. Вот так он мне взял и разбудил почки на каждом своем цветоносе. Цветет практически постоянно, девчат. Сумасшедший мой легато. А здесь, что у меня вытворяет вот эта красота, неописуемая. Посмотрите сейчас. Вот это что тут у нас выросло непонятное. Я думала, детка растет, а в итоге какая-то маленькая крокозяброчка выросла. Интересная. Посмотрим. Интересно вам, что там дальше откроется? То я вам... Покажу в следующих видео обязательно. Хатаюки, моя красавица. Вот такой уже у нее цветонос. Моя красотулька. Лопатулька. Скоро-скоро уже начнет наливать свои бутоны. Всегда цвела очень-очень пышно. Очень красивая орхидейка. И здесь у меня вторая моя Хатаюки. Тоже выпустила мне цветонос. Это детка растет на мамке. Продавать ее не буду. Потому что оставлю две хатаюки себе. Хатаюк много не бывает. Будут излишки, обязательно продам. А вот эта красота, девочки. Очень красивая, ароматная красотулька. Не знаю ее название, девчат. Ну что засвечивает, как против света плохо снимать. Но всегда цветет. Вот смотрите, у нее доращиваются бутоны она их будет доращивать, будет потом в итоге пышный-пышный куст и старые свои цветочки не сбрасывает. Аромат прям обалденный, фокус сегодня против нас, ну вообще как обычно. Вот. Мы ее с вами не так давно пересадили, она была наклоненная в одну сторону. Помните эту посадку? Была такая кракозябра, корни в разные стороны. И мы ее с вами пересадили, убрали у нее все старые корни. И вот так у нас уже тут нарастают новые корешочки. И если обратите внимание, смотрите, корень вышел от шеи, пошел вверх, наклонился и пошел в субстрат. Ну а что ж сюда не идти-то? Здесь все вкусно. Здесь свежий мох. Девочки, если мох сухой, это не означает, что он не свежий. Мох свежий. После намокания вы не представляете, как пахнет лесом. Свежий мох тоже уже очень скоро появится, но самый качественный мох для орхидей начинается примерно с июня месяца. Сейчас его уже тоже можно будет скоро собирать, но это будет не то после зимы, честно вам скажу. Поэтому можно пока воспользоваться брикетами, которые есть у меня для вас. Ну, а как появится свежий мох, конечно же, я на страничке в ВК об этом сразу скажу. Да вы и увидите по моим видео, если вы их смотрите. И тут цветет моя красотулька, не переставая, девочки. Я уже даже не знаю, сколько времени она цветет. Вот честно вам говорю, я у нее снимаю цветочки, она опять цветет, она опять доращивает. Ну, тут, знаете, вот по вот этому вот цветоносу, наверное, понятно, да, который постоянно, постоянно, постоянно дает мне цветы. Чудесная орхидея. Кстати, такие орхидеи будут у меня выращены из семян. Мало того, что она цвела, она еще и вырастила мне замечательную коробочку, которая дала прекрасные результаты. Вот. Кстати, Натуля, так, Натуля поймет, которой я обещала такую же вот красавицу. Вот. Да, именно та орхидейка, помнишь, я показывала в видео и говорила, что вроде она, которую я тебе обещала. Да, это она и есть. Я нашла видео у себя, и это она. Так что можем с тобой списаться. Если ты увидишь это видео вперед, чем я тебе напишу, значит, пиши сама. Скажи, Люб, ты сказала, что орхидейку нашла. Просто не будем дожидаться цветений. Я сделала же ей замену субстрата. И можем с тобой обсудить дальнейшее ее переезжание к тебе. Вот. Ну а здесь у нас, девочки, здесь у нас... Ой, не могу ничего подвинуть. Здесь у нас бурный рост корней. Мы не так с вами перед... давно ее пересаживали. И вон там, возле цветоноса, еще цветонос. Это желтая орхидейка, которая бабочка. Вот, она отцвела, но я так думаю, что она будет доращивать. Здесь у нас тоже доращиваются бутоны. И одновременно растет цветонос. Вон он между листочков. Видно вам? Видно. Наверное, он уже с той стороны появился. Мне не видно, а вам не знаю. Надеюсь, вы его там увидели. Но если нет, значит, скоро увидим. Ну и вот здесь отсушиваем листик. Ничего страшного. Там пошел тоже у нас бурный рост корней. А здесь у нас цветоносик. А это у нас пират Пикати, который тоже выносил прекрасную коробочку. И пират Пикати был мама на вот это вот все тут темное не смотрим. Это уже давно она сидит в этой посадке. Пират Пикати была мама, а папа был, была точнее, был, есть каменная моя роза. Так что будем ждать с вами красоту. Да, и почему же цветоносы начали вылазить, девочки? А дома-то еще работают батареи, а окошечко-то уже открыто и перепад температуры обалденный. На ночь закрываю окно, днем весь день окно открыто. С улицы идет прохладный воздух. Ничего вашим орхидейкам не будет. Вот. Вот они даже растят у меня еще коробочку. Вот такая вот красавица. Пышно цвела. Ну, я ее опылила. Это Сога Реликс. Вот. Так что, девчата, делайте сейчас перепад температуры. Это самое такое оптимальное время, когда вы это можете сделать. Морозов уже на улице нету, поэтому днем можно либо на микропроветривание ставить, либо прям вот так уже сильно открывать. У меня открыто сильно. Закрываю вечером. Поэтому мои орхидейки начинают массово выпускать цветоносы. Один за одним. У каждого нахожу каждый день цветоносики. Вот здесь еще у меня красота. Один цветочек остался. Ну и обещанное то, что я вам обещала. Хочу вам показать чуть-чуть, если получится, как же развиваются мои орхидейки. Сейчас будем пробовать, чтобы у нас с вами все получилось рассмотреть. Вон там у нас уже листочки растут. Видите? Сейчас они еще чуть-чуть. Вон там листочки. Сейчас попробую вспышку. Со вспышкой, по-моему, хуже. Да. Так что скоро, очень скоро уже будем переезжать каждая в свой домик. Это самый первый. Вон там корешочки даже виднеются. Еще плохо видно, потому что запотевшая баночка. И не очень хорошо видно. Ну вот с этой стороны их вообще прям целая целая кучка растет ну мы уже такие все бодрячком ведь нам уже так посев был это 19 12 22 вот все показывать не буду но покажу еще переселенцев своих которые я уже переместила из одной среды в другую, то есть они проросли в одной среде, чуть-чуть там подросли. И я заметила, что у них рост, развитие остановилось, и было принято решение переселить их в мою другую среду. Вот среду я варила сама, сама все стерилизовала, все самоделала. Вот все они у меня сидят в разных баночках. И вот такие вот тут у нас уже красотульки. А что это за красотульки, что это за орхидейки, можно будет посмотреть на бусте, девочки. Кому интересно, там я более подробно рассказываю, как я стерилизую, как я их засеиваю. Вот, еще очень скоро сниму видео, как я варю для них среду. Вот. Все это я буду показывать и показываю уже на бусте. Вот этот малышок, так, как плохо видно. Вот этот малышочек, самый первый вот с желтым листиком, кажется, да? Вот, у него и есть такой желтый листик. Когда я его пересаживала, чуть-чуть, видать, травмировала, либо был сильно горячий пинцет, не остыл еще. И вот он вот так пожелтел. Думала все, но корешков не было ни одного. Вот был только один листик. И вот если присмотреться, уже видно, еще листочек пошел. И вот такие шикарные два корнюшки. В общем, все мои пересадки замечательно-замечательно себя повели. Корней у них не было, когда мы сюда переезжали. А теперь смотрите, какие корнюшки у нас. Плохо видно, потому что это пластмассовая баночка. Вот. И мутно, кажется. Здесь как не настраивай, настроить не получится. Все равно. Ну-ка, может, вот так. В общем, мы растем. И здесь вот такие вот малышочки. С такими корнюхами. Вот запотевший, видите, не дает посмотреть. Вот здесь вот еще развилось очень много орхидеек. Не знаю, как нам увидеть с вами. Вот здесь. Видите, с правой стороны еще целая куча маленьких протокормов. Когда подрастет вот эта орхидейка, я, конечно, их отсюда уберу. Так. Ну, в общем, девочки, мы растем. Мы растем. Все у нас замечательно. Все мои переселенцы из одной среды в другую чувствуют себя прекрасно. Вон какие корнюхи наращиваем. Ну и листовая масса, конечно же, начала активно расти. А это меня очень радует. Вот еще одна баночка. Все показывать не буду, видео иначе будет не один час. У меня их много. Этих тоже я переселила. Посмотрите, как тронулся в рост корешок. Прям видно, насколько он отрос. А пересаживала я их сюда 22.03. 23 -го. то есть прошло совсем мало время и вот за это время вот так вырос корешочек А сегодня у нас 4 апреля 23 -го года вот подрос заметно листик вон тот вот здесь тоже если вы заметите такой зеленый насыщенный корешулька вырос от старого корня с которым она сидела так Здесь вот желтая орхидейка, она и была неважная, но я рискнула ее сюда все равно посадила. И вы не поверите, у нее там внутри я вижу зеленый листочек. Я не знаю, видно вам. Ну, то есть я думаю, что эти листики испортятся, а новый рост все-таки пойдет. Вот у этой тоже корнюшка как начала хорошо расти. То есть развиваются неплохо все мои переселенцы. Вот еще кнопочки. Вот такие корнюхи мы тут наращиваем и листочки. Уже у всех еще по одному листочку появилось. Как им все-таки в новой среде понравилось гораздо больше, чем в старой. Вот такие малипусечки. Растут и развиваются. Будем наблюдать за ними дальше. Оставайтесь. Подписывайтесь на канал, кому интересно их развитие. Вот здесь покажу вам два таких деловых. Вроде два. И уже листочки растут. Это не так давно был посев, но проросло здесь всего две семечки. Даже и трогать их не буду, пускай растут. Очень красивая вот эта орхидея. Такой ни у кого не будет. Но у меня есть еще другие фласочки, где они взошли гораздо лучше. Просто вот эту хочу вам показать. Красотульку. Вот этот белый пушок. Это корешочки уже начинают расти. Так интересно. И вон там тоже. Вот еще одна баночка. Тоже я их переселила. Переселение прошло удачно. Вон такие корнюхи мы уже тут наращиваем. Прям шикарные. А ведь сажала не было ни единого корешочка. Грустные такие были. А теперь вон они какие. Мои красотуны. Ну, будем ждать дальнейшего их развития дальнейшего роста наблюдать с вами вместе, девочки. Но ну а вот здесь у меня вообще взошло поле поле, которое тоже надо будет рассаживать по отдельности. Конечно, это поле я буду трогать чуть позже, пока ничего трогать не буду. Уж слишком они маленькие, прям крошечные, поэтому этих красавиц буду пересаживать по отдельным баночкам попозже. Но уже вижу, у многих листочки появляются, и пушочек появляется. Ну уж очень густо взошли. Хотя капало совсем-совсем чуть-чуть. Вот так бывает. А вон в том краю там прям совсем лес. Вот в том, в левом углу. С этой стороны мы с вами навряд ли что-то. Нет, видно. Видно, но плохо. Вот такие вот малыши, все разными числами засеяны, конечно, разный возраст у них. А в этой баночке другая среда, семена эти же, как у предыдущих. Видите, всхожесть была неплохая, но выжили не все, но все равно много зелененьких, видите? Вон сколько там зеленых. Думаю, что здесь я трогать дольше не буду эту баночку. Пускай они развиваются, растут. Они не очень близко сидят, поэтому думаю, что им тесно не будет. Как увижу что-то неладное, переселить мне их из одной среды в другую совсем недолго. Ну и в этой баночке тоже эти же растюшки. Давайте вам покажу одну. Это, кстати, плохо видно. Моя каменная роза папа, а мама пират Пикати. И здесь вообще другая среда. Это все же я экспериментирую, пробую, в какой среде будет лучше. Семена те же, а в схожести вот такая. Вот. Ну, здесь я их тоже трогать не буду. Вот все зелененькое, это взошли. Трогать не буду, пускай. Вот написано пускай растут таких баночки у меня две и вот во второй баночке вот так вот они взошли ну, все растут развиваются и тоже думаю переселение им не надо будет интересно здесь у меня просто добавлен гормон для роста еще какой говорить здесь не буду кому кого интересует добавляйтесь на бусте там я открою все секреты Ссылочка на бусти есть под видео. Подписаться надо на тот плейлист, который о развитии малышей из фласки. Вот. Там все секреты буду открывать. Ну, а здесь периодически буду показывать вам этих малышей, как они развиваются, как они растут. Ну, и эти еще совсем-совсем маленькие. Вот. Кстати, сегодня нам два месяца. Вот это да, и вот этим два месяца сегодня, и вон тем тоже два месяца вот этому полю, класс. Ну а вот этим красавцам три месяца. Они решили утонуть чуть-чуть и взошли все на одной стороне, но еще они разделяются. Видите, протокорма становится их больше. Не один, а больше. То есть протокорма это маленькие орхидейки в будущем. Так что придется еще их тоже отсюда переселять. Вот по сравнению с этими, какие эти трехмесячные, какие вот эти двухмесячные. Да? Разница есть. Все, мои хорошие, не забывайте поделиться видео, поставить лайк, написать свой комментарий. Если вы смотрите меня на ютубе, значит, закрепить колокольчик, чтобы вы не пропустили выход нового видео. Ну а также меня можно смотреть на бусти, на ярусе. Ярус бесплатный контент, Дзен бесплатный контент для вас просмотра. Поэтому подписывайтесь и также не забывайте про рутуб. Там тоже видео для вас выпускаю. То есть 4 платформ, 5 платформ, где меня можно смотреть. Ну и также добавляйтесь в ВК. Жду вас. Мои хорошие. Всем пока-пока.